Добрый день. Здравствуйте. Я еще раз акцентирую ваше внимание, что у нас, да, есть проблема с энергетикой, но после того, как мы возьмем энергетику с этого модуля, мы вполне можем выполнять научную программу, даже, скажем, если мы потеряем этот модуль, даже если он будет загерметизирован. Конечно, нам хотелось бы, чтобы станции менялись, может быть, раз там, в 2-3 года, и каждый раз мы летали бы на новой машине. Наверное, любому автомобилисту хорошо бы так вот осознавать, что он там через 2-3 года поменяет новый автомобиль, будет на нем ездить. Но, к сожалению, во всем мире в последние, наверное, лет 10 сложилась такая ситуация, что люди настолько привыкли к космическим полетам, что они считают, что это как, я не знаю, там трамвай или... Все-таки с различными телевизионными компаниями, корреспондентами. Я все-таки возвращаюсь на рабочее свое место, очень интересное, очень богатое по своим возможностям. Я понимаю, что это будет очень трудная работа, но сегодня, уже сегодня, мне, скажу откровенно, мне уже не терпится попасть туда. Ну что, еще раз разрешите мне от вашего имени поблагодарить космонавтов за участие в пресс-конференции. Ну и, как всегда, удачи вам, ребята. Всего доброго. Спасибо за участие в пресс-конференции. Всем доброго. Landing, and of course I passed on the same to him, but I'm not sure if he was able to hear me, but appreciate y'all sending it up.